Дорогие соотечественники, так сложилась моя судьба, что, будучи послом в Китае, мне приходилось выполнять функции военного атташе. Что это означало? Многочисленные встречи на всяких конференциях, на всяких собраниях военных атташе, представителей различных ведомств Китая, с министром обороны Китая пару раз и так далее. Я к чему это веду? Я веду это к тому, что, общаясь вот в этой военной среде военных специалистов и профессионалов, я понял, что образ их мышления весьма отличается от образа мышления политиков и бизнесменов. Это люди, как говорят, это особая военная косточка. Конечно, среди них были и паркетные военные шаркуны, то есть которые пороха не нюхало, но и очень многие из них участвовали в различного рода военных конфликтах. И что такое война, они испытали на собственном теле и на собственных нервах. Поэтому, когда в мире происходят события, которые ясно показывают нам, что мир потихоньку скатывается к некому очень высокому градусу военного противостояния, мы обязательно должны выслушать мнение военных. Сегодня у нас в студии экс-министр обороны Молдавской Республики, заслуженный во всех отношениях человек, опытный, бывалый, очень порядочный человек, которого я очень уважаю, Виктор Гайчук. Спасибо, спасибо за это. Здравствуйте. Здравствуйте. Виктор, ну вот, извини, вот так мы как давно знаем друг друга, в различных мероприятиях участвовали. Скажи, пожалуйста, на самом ли дело пришло время спросить самих военных, а что они думают о том, что чудят политики, бизнесмены, финансисты, репортеры и так далее, разного рода самозваные политологи, политаналитики, которых развелось в последнее время и у нас, и за рубежом. Вот пришло ли время и военных послушать, что скажут они вот такие, как ты? Ну, наверное, всегда надо их слушать, и слушать людей, которые непосредственно занимаются этим делом, вот, делом воевать. Я абсолютно с вами согласен, что политики начинают войны, а ведут их-то военные, ведут их люди, которые одевают погоны. Это первое. Второе, что я еще хотел сказать, что в большинстве своем, я уверен, это люди, которые знают, что оружие-то стреляет, и оно убивает, это лишает жизни. То есть это люди, которые сталкиваются непосредственно с этой с этим несчастьем, потому что я не исключаю, что есть определенные проценты, я вот с вами об этом не говорил, но есть, которые, допустим, особенно это, наверное, высшего командного состава, когда им нужно обязательно быть военные действия, чтобы для чего, потому что это приносит погоны, это звание, это ордена и так далее. Но их меньшинство, большинство — это люди, которые знают, что укрепляя свою армию, это надо для того, чтобы не было войны. И вот если мы все будем осознавать... Парабеллум, готовься к войне. Но надо для того сделать, чтобы не было войны. И я думаю, что надо, наверное, усилия направить всех к тому, чтобы люди задумывались. Вот дискутируя с вами, вы говорили, что, может быть, нам чаще надо вспоминать, что принесли эти войны. Первая мировая война, кажется, около более 10 миллионов. Вторая мировая война, 50 миллионов человеческих жизней. Тут слышишь, ДТП произошло, один человек погиб, и уже как-то неприятно становится, уже горестно становится. А тут 50 миллионов, то у нас, наверное, в каждой семье в Молдавии кто-то погиб. Обязательно. Поэтому чем мы чаще... Некоторые, знаете, я слышу иногда, что «А сколько можно говорить об этой войне? Сколько можно?» Вы тоже слышали об этом? Слышал. Да? Вот надо чаще об этом говорить, чтобы не допустить повтора. К сожалению, вынужден сейчас констатировать, что
Вот 2018 год говорит о том, что степень напряженности между Востоком и Западом, ну, пришел, как вы сказали, к пику. Наверное, уже дальше некуда. Уже дальше, уже я, ну, не предполагаю, но допускаю начало боевых действий в Сирии. Причем начало боевых действий среди европейских держав. Я не буду скрывать, это имеется в виду, там я читал, вот, опять же, военные российские сказали, у нас практически во всех частях, воинских частях сирийской армии есть наши представители, представители российской армии. И если они пострадают, то мы дадим ответ тем, которые атаковали. А это могут быть любые. Поэтому это мы на самом деле сейчас, ну, в таком в подвешенном состоянии, не очень спокойном, в моем понимании. И тогда возникает такой вопрос. Вот я в начале передачи говорил, что у меня создалось четкое, вот я 4 года вращался в этой среде постоянно, и есть такое, с кем поведешься, от того и наберешься. И у меня создалось впечатление, что порой и я смотрю на мир их глазами, то есть не только глазами там, своей профессии, там и дипломата было, и там и ученого, исследователя. Но еще и их глазами как-то это передается, потому что когда вращаешься в какой-то среде, хочешь, не хочешь, ты начинаешь как-то походить на этих индукция, что ли. И вот мне показалось, что вот этот взгляд военного, это не взгляд, допустим, через смотровую щель танка. Нет. Это человек, вот он смотрит на смерть в лицо. Он видит смерть раньше других. Он чувствует ее, ощущает приближение раньше других. И потому, если этому человеку становится тревожно, это знак политикам, политиканам, бизнесменам, все эти вот торговые войны, финансовые, что, ребята, поаккуратней, в мире запахло порохом. Вот если, вот, допустим, что бы ты, и очень мне понравилось, как ты сказал, что как-то последняя война, что вы там с этим миром, вот старики обычно, пощекаешь санататы, то есть мира вам и здоровья там, и счастья, что вы там с этим миром. А вот когда смотришь на экране телевизора вот эти разбомбленные города, причем каждый показывает картинки эти военные, так, как ему хочется показать, а не так, как оно есть на самом деле, то так и видишь вот эти диванные аналитики, сидят там, мороженое едят, ему так, ага, вот там какие-то разрушенные города, а потом выходит реклама чего-то, потом, то есть не теряет ли этот мир потребительский, мир интернета, удовольствия и так далее, ощущение опасности, как оно когда-то было в Римской империи, когда перестали слушать то, что говорили мудрецы, ударились во все тяжкие. И смотрят на эту войну, как на бой гладиаторов, а война это не бой гладиаторов. Как вот сопоставить? Вот, ты же, я знаю, Виктор, ты хорошо знаешь историю мировых конфликтов, как военных, вы изучали и Ганнибала, изучали Наполеона, Клаузевица и так далее. Вот как вот это поведение империи, или поведение стран, или поведение эпох людей, что предшествует войне обычно? Ну, войны, скажем так, они присутствовали всегда на нашей планете, в мирозазнании, но радует то, что со временем человечество осознало, что вооружение настолько мощное, вооружение настолько сильное, что в один прекрасный момент мы вообще все можем остаться без нашего дома. Если взорвать все ядерные силы, которые находятся только у США и только в России, то я думаю, что жизнь на Земле прекратится. И я думаю, хочется верить, что в некоторой степени вот этот
ядерный потенциал вот этих двух стран, но в принципе есть еще и Великобритании, и Франции, он должен воздействовать сдерживающе на всех. Я очень хочу верить, что вот эта гонка или это желание кому-то управлять всем миром, ну, я не диктовать, я не знаю, можно говорить в вашей передаче открытым текстом, но мне понятно, и я думаю, всем понятно, что мировой лидер — это Соединенные Штаты, и они хотят диктовать всем свою позицию. И вдруг Россия, вот последние 5 лет, скажем, вот где-то с 14 или там с 15 года, начала выстраивать свою Свое право, скажем так, да, или свое на лидерство. Историческое и... право, да. Поэтому ясно, что вот если эти две державы столкнутся, мне лично понятно, что будет плохо всем. Абсолютно всем. И американцам, хотя они находятся за океаном, и нам в Молдове, нам тоже, короче, всем. Поэтому вот вы говорили про военных, причем в очень... положительном ключе. Я вам благодарен за это, потому что обычно нас критикуют. Военные крайние. Это тем, кому достается. А мы всегда участвуем. Я хочу сказать, что, ну, мы, наверное, не все 100% такие миролюбивые, как вот... Безусловно. Вы, есть те, которые, допустим... Ястребы, да. Которые хотят, я сказал, войну. Даже вот я смотрю, и даже у нас есть, которые с Приднестровьем, как будто им мало. Давайте сейчас оккупируем. Давайте опять вот силой наведем там порядок. Да. Опять силой. Как будто мы вот... Мало горя. Имеем. Это первая мысль. Вторая мысль. Понимаете, 45-й год. И вот с этого года, вот я так вспоминаю, слава богу, в Европе, в наших краях, в нашем регионе не было войны, ну, вот, кроме Приднестровского конфликта. И это, наверное, умиротворенность. Все-таки 70 лет. Практически целое поколение выросло, которые не знают, что такое война. И только из рассказов. А рассказов все меньше. Мы теперь почему-то говорим всегда с опаской или все, что связано с войной. Мы говорим, ну это вот кто-то воевал в 45-м. То есть нас, это, не касается. Нас не касается. Мы, и вот некоторые политики даже сказали, это не наша война, это не наша победа. Это не мы. И мы вообще никакого. И ни при чем. Да. Это вот еще этот гараж. Поэтому и создается вот такой вакуум, что кажется, что если идет какие-то там Сирия, Ливия, Афганистан, да, то это не у нас, не со с нами, и все хорошо. Мы должны все осознавать, что если, чуть не Пушкиным сказал, что взорвется, сгорится пламя и так далее, то это пламя дойдет и до нас. Дойдет. Мы должны это понять. Мы должны понять, что если... Слишком маленькой стала планета. И слишком сильные стали средства поражения. Средства поражения стали ужасными и стали массовыми, и ими можно уничтожить очень многое. Поэтому я думаю, что хватит ума или хватит трезвости, мудрости, скажем. Да, политическая борьба есть политическая борьба. Да, желание. Еще знаете, что иногда вот за счет внешних действий хочется показать внутри в своей стране, что ты очень крутой руководитель. Демонстрация твоей крутизны, обвинение. Я не хочу никого обвинить. И я не... Хочу, чтобы меня позиционировали как очень большим сторонником Российской Федерации, или сторонником Украины, или сторонником Великобритании. Поэтому я просто задаю вопрос. Вот, допустим, с этим, с отравлением. Есть хоть одно доказательство, кроме слов, что с большой вероятностью можно считать, что это? И вот когда лидер страны сбрасывает внутренние дела, имея в виду то, что они от Европы, и пытается отвлечь внимание публики и говорить, вот отравление этого человека, вот вся беда во всем мире, вот это. Брексит по боку, все вот это. Очень приятно с вами разговаривать. Вот спасибо. Эрудиция у вас это огромная. И что мне нравится, что вы сходу читаете мои мысли. Но на самом деле, я себе задаю вопрос.
Я не пойду, что поддерживаю одну, вторую или вторую сторону. Но я всегда стараюсь, ну, даже дома, даже в обществе. А давайте аргументами. Давай, если мы даже спорим, у разные взгляды, разные члены партии. Хорошо, давайте аргументы. Вы свой аргумент, я. Давайте разумно подойдем к обсуждению любого вопроса. А так вот, я прямо вчера слышал и выступление российского посла, и американского посла в Организации Объединенных Наций, и французского посла. Все, ну, потому что самое лучшее, когда есть возможность, первоисточник. Конечно. Не так, что вот он сказал, а я прямо слышал, что он говорил, слышал второе, слава богу. И взвешивать все время. И я слышу, и аргументов-то, ну очень маловато, кроме что нам кажется, мы думаем, что вот они это сделали. А из юриспруденции, из оперативных действий мы всегда знаем, всегда ищется... Кому это выгодно? О, qui prodest. А у них вместо этого латинского «кому выгодно», qui prodest, все юристы мира руководствуют, у них другое. Highly likely, очень похоже. Очень похоже, и все так думают. Да, и все так думают. Я спрашиваю себя, кому, что это, что Россия не знала, допустим, какие могут быть эффекты, и зачем им один человек, который Путину. Он осужден, он был осужден, отпущен, поменен. Нет, и Путину перед цель, выборами. Какая, какая цель? Ничего больше не то надо, есть, только скандала с этими. Ну, надо какой-то. Допустить так, что они чушь. Просто идиоты. Надо допустить так, что они идиоты все. Да. Руководство вот этой страны. Да. И очень большая вероятность. Ну, то есть, есть так много вопросов, когда я сам себе задаю. Я сам стараюсь... Да. Где логика тут? Где смысл? Логики никакой. Так же и с Сирией. Даже вот последний случай, вот когда опять с химическим отравлением, я слышал в Организации Объединенных Наций. Виктор, тот же вопрос. Qui prodest? Зачем Саддаму Хусейну? Уже из Гуты все из Думы этой вышли. Да, уже все нормально. Зачем ему эти порошки там? И тем более, что бред но они не приносят успех в боевых действиях. Да, то есть они не помогают освободить. Это только для того, чтобы ты навлек гнев всего мира. Да. Так значит, опять же, еще одного идиота нашли. Да? Не кажется ли нам, что руководители государств... Ну, ясно, что... Идет конкурентная борьба. Поэтому за доминирование. За доминирование, за монополию, за монополию рынков, за монополию природных ископаемых. Конечно. И вообще за монополию идеологии. Все. Ну и я еще наблюдаю такое есть выражение «разделяй и властвуй». Угу. И если посмотреть по всему Ближнему Востоку, то в принципе... страны практически все приведены в состояние полуразрухи. Ну да, везде, где прошли эти весны арабские, я вот это камня хотел сказать, на камне. Что нету устойчивости, нету стабильности. Я читал прямо буквально перед камерой, что за что убили Каддафи, да? И кстати, там, за и, что? И там 23 пункта, да, что бензин стоил там... 0,0 долларов, что любая семья... Старики обеспечены, обеспечена, дети сироты. Когда создавала семью, они получали 40 тысяч долларов. То есть социалистические наклонности. Да. Помочь. Социальная сторона. Социальная сторона. Вот это. Я допускаю, что это пропаганда, можно сказать по-разному. Но взял, специально почитал, на самом деле доход был 14 тысяч долларов на душу населения. На самом деле, при его правлении он достиг, что... А в Северной Африке это огромные деньги. Да, я скажу, у нас в Молдове... Я хочу сказать, что у нас в Молдове 2 тысячи, а там 14. Мне кажется, то есть они добились более высокого жизненного уровня. Как-то вот вопросы возникают. Вопросы возникают многие, но... Но я хочу быть все равно оптимистом в своих оценках. Я очень бы хотел, чтобы все вот этой борьбе все-таки вопросы решались в Организации Объединенных Наций, за столом переговоров, с доказательствами.
Я не вижу... С международными расследованиями. Да, абсолютно. Я, когда, допустим, одна из сторон говорит, а давайте мы призовем организацию по химической этой защите. Пусть поработают. Пусть они придут со своими специалистами и разберутся, кто, Баршевич или Гайчук виноват. Правильно. Вот мы же друг друга... тяжело будет, если один из нас виноват. А давайте пригласим... 3, 4, 5 человек, уполномоченных, суд, как бы скажем так. И основываться должен быть на материалах, а так сказать, на то, что я думаю или то, что вы думаете. Хорошо, что вы хорошо обо мне думаете, я вас хорошо. Слава Богу. А если произошло бы конфликт интересов и так далее. Поэтому вызывает вопрос, почему не согласны, чтобы участвовала международная организация, почему не согласны, чтобы обе стороны, которые обвиняют, идите тоже, сюда, посмотрите, это ваши патроны. На вопросы. То есть есть много вопросов, которых даже для себя я не могу найти ответ. Не знаю, может быть, есть там ответы у них приготовленные, но из того, что я слышу, что я читаю, может, я не тот интернет читаю, может, есть другой интернет, который надо читать. Но из того, что я слышу, у них все меньше и меньше вопросов. Вот про этого бывшего полковника ГРУ все меньше, все тише говорят. Все... Такое впечатление, отработали, шума наделали. Всех обвинили. И списали. А сейчас я читал, и этих зверей его уничтожили. Когда несчастного огнеметом спалили. Скрывают все... Улики. Как так? Почему так? Я бы наоборот бы вызвал сразу российского посла. Давай своих специалистов. Давай поговорим. Давай проверим. Нет, нельзя. Это нельзя. А вы виноваты. Виктор, вызывай, знаешь, вот у меня порой общаюсь там в Пекине с китайцами, а там народ 4500 лет истории, да там люди умные. Вот. Я как-то раз с одним китайцем, в Молдове есть не так много, но есть китайцы, иногда вот общаемся, встречаемся, не буду говорить то. И я его спросил вот недавно, говорю, слушай, они этого кота спалили, зачем, чтобы замести следы? А он, китаец такой вежливый, деликатный, говорит мне, господин посол, мне кажется, они спалили его за отсутствием улик. Какой он умный. Сделали виноватым. Они спрятали как раз, что там никаких улик не было. Ты делаешь, тогда до меня дошла мудрость китайца. Вот что ты делаешь? Ты сделал инсценировку, да? Ничего, никаких там отравляющих, ничего. А потом зачищаешь бульдозером, сжигаешь. Зачем? Чтобы, не дай бог, не осталось отравляющих этих веществ. То есть инсценируется, потом это зачищается. И когда придут на самом деле эксперты, они говорят, так все зачистили, ребят, а там ничего и не было. Вот это самое подлое, что может быть, когда это просто... Вот эти ребята, белые каски, их же поймали на инсценировках. Уже было. Это не похожее случайно. Во всяком случае, я считаю ужасным применить химическое оружие. И причем вот это, кстати, применено оно в Бельгии, ИПР. 1914 год, начало мировой войны, и вот впервые было применено. Погубили там. Погубили много людей, кстати, применено тоже на Западе, да? Да. Не в Сирии, не в России. Атака при Ипре. А было при Ипре, было между Антантой, в английскими и немецкими войсками. И ветер еще подул. Да, и ветер подул и так далее. Я считаю, что это ужасно. И любой нормальный человек скажет, применение химического оружия это незаконно, во-первых, во-вторых, негуманно и так далее. За это надо наказывать. Даже Гитлер. Кстати, была конвенция. Во Вторую мировую войну Гитлер не применял химическое оружие. Есть конвенция. Даже он. Которая договорились все страны не применять. Даже мы будем воевать друг с другом. Но мы есть, как говорится, запрещенные приемы, которые это почему? Потому что этот химическое оружие, оно уничтожает не только солдат, она всех уничтожает. Да. И это негуманно. И ветер может в другую сторону подуть. Но
видите, сработано на психологии, да? Угу. Что это химическое, что это негуманно, что это, угу. Это мерзко, это подло. Но не подойдя до сути, а было применено или нет? И если было, то кем оно было применено? Да. Это два. И если, я говорю, когда задаешь простой себе вопрос, а что человек, который... И последний, помнишь, и надо ли этому было это применять? Абсолютно. Во-первых, нужно не надо было. Во-вторых, было. Он же осознает, что... Саддама Хусейна, помним судьбу? Ему мало сейчас? Да. Нет. А вот Башар Асаду, разве ему мало сейчас вот этих проблем? Да он, я уверен, он... Кстати, я читал, это организация, которая в Голландии, организация по химическому оружию, она награждена Нобелевской премией мира в 2013 году из-за того, что она уничтожила все химическое оружие в Сирии. Угу. И как после этого обвинять? После этого мы говорим, что нет, у них все равно есть. У них все равно есть. Так за что же премию Нобеля? Во-первых, за что им дали премию. А во-вторых, это что, идиоты? Это полностью идиоты? Саддам Хусейн за что пострадал? Только Колин Пауэлл пробиркой с мукой помахал и чем повесили мужика. Кстати, вот даже если с этой стороны подойти, то действительно на весь мир в Организации Объединенных Наций госсекретарь показывал всем ложь и тишина. И он потом покаялся, мы слышали это. Он уже, знаете, после того, как страна, скажем, ну... Разутюжили. Полностью надо еще посчитать, сколько теперь... Так американцев жертв около 3000 там погибло, и военнослужащих, и сколько иракцев, а и так далее. А этих сотни тысяч. Вот поэтому... Кто ответит? Иногда мне вызывает... Я вообще, знаете, иногда тоже думаю, вот, а зачем вы, почему люди вообще начинают, вот, скажем, в чужой огород смотреть? Угу. И почему вот начинают, вот, нет, да, вот ты должен жить так, а не так, как ты хочешь. А как я хочу. Да, а как я хочу. Угу. Вот для меня тоже некоторые, или я, может быть, не совсем... Это Шерти Андиакасу, ну, 7 лет домашнего воспитания. Я понимаю, что должны существовать общие принципы, общие правила поведения. Конечно. Для всех. Живу я в Кишиневе, значит, я должен знать какие-то правила, да, не бросать окурок, не бить стекла в магазинах. То есть есть общие правила, которые я должен подчиняться. Но чтобы кто-то пришел извне и сказал, нет, вы, молдаване, должны вот по другим правилам жить. Непонятно. Ну, тоже для меня вопрос. Как говорят, что в чужой монастырь со своим уставом нельзя. Но я еще раз хочу, чтобы так-то на оптимистической ноте все-таки, что в конце концов, ну, те, которые нажмут на кнопку в конечном итоге или примут в конечном итоге это решение, потому что это ясно, что Соединенные Штаты — это главнокомандующий президент. Те, кто с ядерным чемоданчиком. С чемоданчиками. Они могут принять решение вот важное. И я уверен, что они 10 раз подумают. Вот даже, скажем, сбитие Турции российского истребителя. Да. Вот сбитие одного самолета привело к ухудшению взаимоотношений между двух стран полностью. Да. И это не было хорошо ни для России, и не для Турции. И турки это поняли. И, кажется, 10 месяцев или год прошло, прежде чем президент страны... Извинился. Вы представляете? Да. Это, скажем, он нашел мужество все-таки написать, он причем не просто так, а написать, письменно, что прошу извинить и так далее. Да. Я думаю, что не дойдут до сбивания. А может быть, ну не извиняться перед друг другом, но хотя бы, ну скажем... Тормознуться не... вовремя. Да, 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 я вот это хотел сказать, что очень надеюсь, что здесь Франция, тоже мне интересно, что французы вроде бы не отменили визит в мае, который планировался президента в Москву, и в то же время они сразу безоговорочно приняли версию Соединенных Штатов, что это химическое оружие чуть ли не Москвой принято. То есть, ну, я понимаю их не... Их построили, наверное. Ну, трудно сказать. Я понимаю, что любая страна
любой... В реальности дипломатической. Другой в диаметрии, как сказать, в дименсионе. А, в другом измерении. Любая страна, то ли она имеет 3 миллиона, то ли 300 миллионов, но она, любой руководитель страны, он должен за свою страну думать. И делать все хорошо какие для бы своей были страны. Размеры так точно. И вот, возможности. Вот, да, вот, по размеру и населению. Да. Но он все равно... Страна у него страна. Всегда он должен интересы своей страны. Маленькая, средняя, большая. Но он заботится о своей стране. И исходя из этого, он уже там должен знать, с этим дружить, с этим воевать, этому как помогать. Вести себя, как себя вести. На... Но знать, что это делается во благо своей страны, а не во благо чужой страны. Я так думаю. Поэтому, ну, думаю, что президент Франции, он тоже думает за свою страну. Поэтому он, видите, какую занял позицию, и с Российской Федерацией старается не рвать отношения, и с Соединенными Штатами. Что не скажешь о других? Я думаю, что вот мы сейчас вот такое противоречивое поведение, если вот так попробовать шире, то есть посмотреть не только, ну скажем, через прицел на мир, или там на тебя кто-то через прицел смотрит, а то, что обычно приводит часто к этим напряженностям, создается такое впечатление, что такие организации, как организации, вот как ты говорил, Организация Объединенных Наций, ВТО торговая всемирная, вот эти организации, которые связаны даже со спортом, международные, ВАДА и другие, вот эти с химическим оружием, и много-много-много вот таких вот организаций, они потихоньку в этом мире стали терять свое значение. То есть как-то, да что нам эта Организация Объединенных, мы как бы сами с усами. И это очень опасно. Почему? Потому что эти все международные органы, организации, правила игры вырабатывались столетиями именно для того, чтобы в случае какой-то опасности, в случае какой-то напряженки, чтобы были какие-то арбитры. Вот как ты говорил, давай пригласим специалистов оттуда, давай привлечем такую-то организацию в случае спора, в случае контрадикций. А сейчас вот такое впечатление, что настолько высок уровень стал напряженности тех, кто доминировал в мире. То есть некий был порядок. ПАКС, скажем, было разное. Одно время рули Британия в мире. Там Германия в свое время в своей акватории, Япония там в своей акватории, там другие империи, каждая по-своему правила где-то и так далее. И вот что замечено, как только империя начинает терять власть какая-то, наиболее сильная, доминирующая, так сразу в мире резко возрастает напряженность из-за того, что другие государства, которые входят в силу, ну, в нашем случае, вот Китай, Россия, другие страны, они говорят, ребята, подождите, давайте по каким-то правилам жить, давайте не будем диктовать, а давайте разумно. И вот я тебя хотел спросить, на прошлой неделе была конференция по безопасности, и насколько вот я по своим источникам, по этим вот, там около 30 министров обороны разных стран, таких как Китай, Индия, там такие страны. Скажи, пожалуйста, с чем было связано это? Министры обороны, специалисты, причем из Запада не хотели приехать, но зато эксперты из Запада, их было не меньше, чем с Востока. Почему столь вдруг актуальны стало это министры обороны таких стран, да, еще раз, Китай, Россия, Индия, там, из Филиппин, из Аргентины, откуда только не... С чем это связано? Почему вдруг эти военные люди, вот мы говорили с уважением к военным, вдруг они сочли нужным собраться? Ну, я хотел сказать, я хочу уточнить, 94 страны присутствовали. Так.
и, если не ошибаюсь, 850 участников. Живут. И вы представляете, и я видел, что... Значит, это высочайшего ранга. Абсолютно. От министров обороны до экспертов. Экспертов. Но более того, значит, была представлена и Организация Объединенных Наций, было представлено и ОБСЕ, и другие международные организации, я уже не говорю про ОДКБ, про ШОС, выступали министры обороны России, Китая, Индии, Пакистана, а вы должны понять, что это страны огромные. То есть только если приплюсовать Россию, Китай и Индию, по населению половина земного шара. Это 100%. Ага. Это 100%. Понимаете, я не думаю, что это международная организация, московская международная организация по безопасности, которая проводится с 2012 года, в некоторой степени, наверное, она в противовес Мюнхенской организации по безопасности. Но вот это все те люди или все те страны, которые реально встречаются с терроризмом, Пакистан, Афганистан. Кстати, президент вспомнил, Карзай, экс-президент Афганистана, тоже выступал. Да, я смотрел. Индия. Все эти страны подвержены, как бы, скажем, очаги терроризма там есть. Да. И они, для них это реальная угроза. И поразительно, Индия взяла Пакистан ради этого с терроризмом и угрозами, они вместе выступали. Так точно. И им позиция России по уничтожению ИГИЛ, они рады этому. Иран тоже. Они готовы помочь. Они реально сталкиваются с этой проблемой. Хотя и европейцы сталкиваются. Они не за океаном где-то. Да, у них прямо... У них эти лагеря есть, у них есть эти организации, которые шастают взрывы по пустыням. Да. То мечети убили, и там убийства идут не один-два человека, а на сотни сразу. Поэтому эта проблема их волнует. И они видят в России, в российской армии, ту силу, способную противостоять терроризму. Угу. Поэтому я даже прослушал некоторые выступления. Они все сконцентрированы на том, что они должны сплотиться, что они должны совместными усилиями уничтожить очаги терроризма и установить мир. И они понимают, главное, посыл этой конференции был, что только совместными усилиями можно остановить терроризм. И можно его снизить до нуля. Усилиями совместными. В одиночку, там одна из мыслей такая, что в одиночку ни одна страна не справится с этим. Есть одна страна, которая хочет в одиночку или, скажем, со своими ресурсами, алиатами, союзниками, ага, чтобы это все установить, но не получится, я думаю, что не получится. И в некоторой степени, я думаю, для вас не секрет, для меня, что маджахеды, когда в Афганистан были подготовлены, они были подготовлены Соединенными Штатами. Да. И деньгами, и оружием, и всем, что хочешь. Та же Аль-Каида, которая... Тоже их вот это руками. 11 сентября, это эти ребята. И потом эти маджахеды превратились в Талибан. И стали уже воевать, да. И сейчас воюют. И два здания в Нью-Йорке, именно их работа, Аль-Каида. Да. Это всем поэтому, известно. Бумеранг. Бумеранг, не бросай, вернется, ударит. Я думаю, что и эта конференция, это как бы, скажем, предупреждение, что ли, или знак того, что люди, давайте с той стороны и Западу, западной цивилизации, да? Тем более, давайте там половина экспертов, да, как говоришь, да, были с Запада. Были. Причем серьезные. Давайте объединиться. Давайте мы объединим усилия не друг против друга. И использовать терроризм как карту в игре. Как между собой. Да. А уничтожим, установим мир, в конце концов. Я, знаете, вот вы начали говорить, я хотел сказать еще мысль, что 45-й год, вот после 45-го года были в основном организованы или созданы вот эти международные организации по скажем, организация здравоохранения, при Организации Объединенных Наций, туризма, судоходства, ИКАО, международная организация воздушного транспорта.
И это нормальное, вот в моем понимании, на уровне ощущений, я не делал монографию на это, но это до 75-го года шло вот подъем сотрудничество, был. Понимание необходимости. Даже этого. При создании НАТО, даже при создании Варшавского договора, но все было стабильно, было как бы. И вот 75-й год, это вообще апогей было, если подписание в Хельсинки хартии. Да. Установление границ, когда сказали, ну все, вот эти границы и успокоимся. Все. Потому что если подойти к хартии Европы, то она постоянно менялась. Конечно. Границы стран менялись постоянно. И надо взять, если возьмем любой год за определение, то надо будет кому-то территорию дать, кому-то взять и так далее. Это будет хаос. Это будет опять война. Опять будет... Государства возникали, рушились, границы менялись. Вот в 75-м году... Угу. Все дошли до того, люди, остановимся, все, вот как на сегодня, на 45-й год, на сегодня, на 75-й год границы установлены, все, на веки веков, точка. И, к сожалению, шаг за шагом, по чуть-чуть, начало. Советский Союз развалился, Россия ослабла. НАТО обещала на восток. НАТО пошло, обещала не пойти. И пошло. И России, скажем, в 90-х годах нечего было ответить. Ну, максимум, вот когда начало НАТО бомбить Югославию. Вот тогда и началось. Без решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Просто приняли решение. Генсек сказал, надо. Даже пробирки не показывали. Просто сказали, надо эти плохие, вот те хорошие плохие. И максимум, что Россия тогда могла сделать, это развернуть самолет, тогда, кажется, премьер-министр. Примаков летел в Америку. Прежде... И он вернулся обратно. Максимум, что они тогда могли противостоять. Сделать. Ну и Ельцин пару раз сказал, что это нехорошо. Все. Теперь же вот выступление президента России... в федеральном собрании и показывать видеофильмы с этими ракетами. Да и что показывать? Мы же сами были свидетелями, которые с кораблей, ракеты летели в Сирию, с самолетов, с кораблей и так далее. То есть они, ну, укрепились, скажем так, экономически. То есть показали, что, ребята, мы не бензоколонка. Не пройдет просто как бы в одностороннем порядке. Хотя вот с Югославией тоже вопрос, значит, Косово отделилось, а когда вот Южная Осетия, то встает вопрос, а почему эти да, а эти нет? А там, да даже с Крымом. И, кстати, вопрос, а кто начал? Так я о чем и говорю, что для меня тоже вопрос возникает. Вот я даю простой пример, что такое Крым? Значит, когда развалили Югославию и организовали там эти государства, что-то никто не парился, никто не шумел о территориальной целостности государств. Вот. Я лично, вот как я понимаю крымскую эпопею, я ее понимаю следующим образом. В моем понимании, Украина как государство никогда... Вот я просто историей много занимался, и я беру 15 век. И смотрю по карте вот оттуда, от Балтийского моря вниз. Финляндии нет такой страны. Эстонии нет такой страны. Латвии нет. Литва есть. Великое княжество литовское. Вижу Польшу, вижу западней. Так, Московское великое княжество вижу. И южнее Белоруссии нет такой страны. Украины нет такой страны. Молдавское княжество... Пожалуйста, Валашское вижу, Болгарию вижу и так далее. Я о чем хочу сказать? Я хочу сказать, что если вот посмотреть, вот как ты правильно говоришь, на карту Европы с давних пор, то мы видим, что многие государства были созданы позже. Причем созданы Советским Союзом. Ведь если так по совести говорить, вот не будь Советского Союза, сейчас бы многих союзных республик просто не было на карте мира. Вот. И когда русским, вот я слышу, говорят, вы империалисты, такие-сякие, я очень сомневаюсь, что была бы Украина в ее границах, Белоруссия была в ее. И когда нам говорят, что вот мы сталинская химера, вот тут я не согласен. Что значит сталинская химера? У нас 700 лет нашей государственности. Она вот карта 15 века, я говорю, посмотрим. Вот Молдавское княжество. Стефан там на дворе.
от Карпат, там Днестр, трошки за Днестром. Все это видно, это реальность. А нам вот пытаются впарить вот такую какую-то мысль, что, значит, вот эта Россия, империя зла, это источник. А ведь если так говорить, а Британия, а Франция, какие колонии еще были? Еще больше империи, да? Вообще Африка была. Да, солнце всходит, а Испанская империя. Поэтому я считаю, надо объективно на историю смотреть. Каждая эпоха имела плюсы, имела и мир. Чем хороши были империи? Внутри империи был мир. Не резали друг друга, по крайней мере. Второе. Очень часто внутри империи вот шло образование. Вот очень многие индийские интеллигенты, знаменитые ученые, учились в Лондоне, учились из Азии, из других, в Москве заканчивали университеты. Вон мой отец, допустим, защищал диссертацию в Московском государственном. Молдаванин, дилетант, как говорится. То есть нельзя вот так как-то смотреть на прошлое, на историю, вот с каким-то таким пренебрежением. Вот там, вот те такие, всякие. Я думаю, что реанимация вот этих взглядов, а мы ее чувствуем, вот эту реанимацию ксенофобии, неуважения к другим народам, неуважения к другим странам, вот она и приводит к тому, что мы в мире сейчас видим, остается мне. То есть демонизация. Вот часто какой-то, ну вот Северная Корея. Вот страна-демон. Также Вьетнам в свое время страна-демон. Что значит страна-демон? Там же вот такие же люди, как и мы. Растят детей, хотят, чтобы был мир, хотят, чтобы было хорошо. Вот я считаю, это недопустимо, вот эта ксенофобия, вот это странные изгои и странный там сияющий дом на горе или еще там еще такое. Вот как военные на это смотрят? Ну, я думаю, что я, конечно, не могу представлять всех военных на земле. Но часть, конечно, я встречаюсь. Я думаю, ты встречался со столькими важными из мира военных и министрами обороны, и со всякими имел начальниками штабов. В том числе и в Китае, кстати, был и с министром обороны Китая, и много они нам показывали, и в других странах, и в Соединенных Штатах я ездил. И министр обороны Соединенных Штатов мы принимали. Да, действительно, я многих видел, со многими разговаривал, это я согласен. Старался от каждого брать что-то ты полезное. Ты слышал там, чтобы кто-то из этих людей говорил, вот те изгои, нет. А те... А? Вот вы знаете, вот... Вот про это я тебя спрашиваю. Вот на самом деле агрессии, даже взаимоотношения... Ну, не буду скрывать, я вообще работал в НАТО вообще, да? Последнее место работы — это Брюссель, штаб-квартира НАТО. Практически все знали уже, что я, в принципе, бывший министр обороны, что я генерал, что я советский летчик, да, что я в советской армии. Ну, не могу скрывать, я 20 лет слетал на советских самолетах, да, на МиГ-15, на МиГ-17, на МиГ-21, на МиГ-23, на МиГ-27, на Су-25. Пятых, я не могу это скрывать, потому что это биография, это открыто все. Да, и они все знали. Это тебе честь делает. И встречался, как говорится, с представителем НАТО. Ну, я в НАТО работал, да? Угу. Но я никогда, на самом деле, не чувствовал к себе, ну, такого предвзятого отношения или унизительного отношения. Наоборот, всегда подчеркнуто вежливо и всегда старались понимать меня, и аргументы слышать. Вот я говорю, когда военный с военным говорил. Угу. Когда с военными структурами я говорил, и НАТО, и с других стран, это были как будто другие люди. Когда говорил с политическим представителем, это другое. Да, вот это бывали некоторые, которые тоже придерживались этого этикета и так далее, но бывали те, которые сказали, ты военный, ты вот... такой, который вот готов бомбить. Так, я не ошибся, когда за вот эти годы, что в Пекине пришлось
говорю, функции еще и военного атташе исполнять, у меня создалось впечатление, что военный, а я общался там из самых разных, самых против, даже с такими, что друг с другом, как Индия и Пакистан, общался и с теми, и с другими. Вот. И я везде замечал, что вот среди военных принято уважать друг друга, потому что эти люди, они крайние. Да, они верно. На краю гибели, они политики, которые гонят ветер и делают, или там вот эти паркетные генералы от политики. Абсолютно верно. Я думаю, что в том числе хочется верить, что многие высокопоставленные военные, как с Запада, так и с Востока, они скажут политикам, давайте остановимся. Да, у нас есть силы и средства для уничтожения какого-то объекта, для наступления и так далее, но мы должны понять, что на той стороне тоже есть эти силы и средства. И чем мы будем больше наращивать, тем больше они будут наращивать. И оружие не смотрит, ты военный или гражданский. И это, в конце концов, вот это наращивание с одной стороны и с другой может привести к чему? Эта искра может к взрыву, очень большому взрыву. И тогда всем не поздоровается. Я думаю, человечество должно чаще это дискутировать. И не говорить, что вы там об этом, да, мир, это, война надоела. Война – это страшное дело. Война – это страшное дело. Я вот… Это не компьютерная игра. Можете пообщаться вот с многими ветеранами, скажем, Приднестровского конфликта, Афганистана. Угу. Вот поговорите с ними, когда на ихних глазах друзья, товарищи падали. Падали. А еще лучше поговорить с теми, которые остались инвалидами. Вот их оценка, почему началось и почему человек остался без ног, а ведь без начинали рук, политики. Так точно. Так, поэтому я оптимистически настроен, что думаю. Да, я даю оценку такую, что сейчас повышенная очень опасный уровень напряженности. Уровень напряженности. И я читал, вот, и флот подтягивают американцы. Они, конечно, понимают, что свое верховенство, скажем, или лидирующую роль в этой стране утеряли. И вот они хотят за счет кого и за счет чего, непонятно, ну, добиться преимущества какого-то, или я не совсем понимаю. Или просто хотят, чтобы такой страны, как Сирия, исчезла с карты. Может, и этот вопрос стоит. Но я думаю, что вот все-таки то, что вот мы в конце сказали, что военные самых различных стран мира, и вот эта конференция, что вот в Москве была, вот, о которой ты рассказывал, вот, где все министры обороны и прочее, она показала, что в мире люди, которые обычно говорят вояки, солдафоны и так далее, это интеллигентные люди, люди очень ответственные, и которые сейчас стали говорить, господа политики, одумайтесь, потому что становится все опаснее и опаснее жить в этом мире. Спасибо большое вот за то, что люди военные – это интеллигентные. И я действительно говорю и хочу сказать, как вы сказали, что давайте одумывайтесь, господа политики. Ружье, оно убивает. Оно убивает. Поэтому одумайтесь, сядьте за стол переговоров, методом уступок взаимных решите проблему, но не стреляйте. Большое спасибо. Вам спасибо. Большое спасибо. Надеемся, мы еще встретимся на нашей передаче. Всегда готов. С нами был Виктор Гайчук, экс-министр обороны Республики Молдова. Человек, который, как вы поняли, даже из нашей сегодняшней беседы, а истории у него припасено очень много. Я надеюсь, что, может быть, через год-два выйдет книга его мемуаров, а вспомнить этому человеку, ох, есть чего. И я надеюсь, что, когда эта книга выйдет, мы до этого еще повстречаемся, но когда эта книга выйдет, мы ее обязательно презентуем на нашей передаче «Позиция». Вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Всего доброго.